Свое проверенное и, главное, свежее можно будет купить на продовольственной ярмарке, которая пройдет в рамках фестиваля «Тюменская весна» 18 марта. И что очень важно, цены будут ниже, чем в рознице. Все подробности узнал Сергей Степанов. Уже сейчас понятно, ярмарка, которая состоится 18 марта, определенно побьет все рекорды. Ведь впервые она пройдет на 16 площадках города. Масштабные торговли уже готовятся как личные подсобные хозяйства, так и крупные производства. Только тюменский бройлер представит 15 тонн своей продукции. Не обойдется и без дегустации. Вы сможете попробовать наши новинки. Это праздничная курочка, шницель с хрустящей корочкой, колбаски, купаты. В общем, вся наша вкуснятина, которая у нас сегодня родилась в наших цехах, будет представлена в суд нашему тюменскому покупателю. В общей сложности на эту ярмарку участники привезут больше 100 тонн свежей продукции, в том числе рыбу, мясо, молоко и мед. Особо нас радует то, что в этот фестивальный проект товаропроизводители входят с ценником минус 30% от розничной цены и желают сделать этот весенний подарок нашим горожанам. Стоит зайти на портал «Тюмень. Наш дом», во вкладку «Тюменская весна», набрать свой адрес, и можно узнать обо всех мероприятиях и торговых точках, которые будут расположены во время этого праздника. Долго добираться за продуктами не придется. Все площадки будут в шаговой доступности. Покупатели уже в ожидании, ведь такие ярмарки им полюбились давно. Казанская рыба такая вкусная, тут как-то у вас была, мы так ее с удовольствием. Ну такая рыба вкусная была. Надеемся купить 18 марта. Более свежая, смотрит, что свежая, хорошая. Потом приезжают же многие из колхозов и совхозов. Поддерживаю нашего производителя тюменского. 18 марта площадки ярмарки откроются в 9 утра и будут работать до последнего покупателя. Сергей Степанов, Сергей Кондаков. Тюменское время.